приготовим рыбный слоеный салат с селедкой и яблоком. Итак, для этого нам понадобится слабосоленая сельдь, зеленое кислое яблоко, маринованный лук, яйца и сыр «Дружба», а также майонез. Итак, приступаем. Сначала нам нужно отделить белки от желтков. Натрем белки на мелкой терке. Итак, белки у нас готовы, натерли на мелкой терке, рыба у нас нарезана на мелкий кубик, желтки у нас тоже натерты на мелкой терке, лук у нас готов. Сейчас нам осталось натереть сыр на мелкой терке. С яблока обязательно срезаем кожуру и трем на крупной терке. Начинаем собирать салат. На дно добавляем капельку майонеза, немножко размазываем, и первый слой у нас будет это рыба. Следующий слой это маринованный лук, и далее добавляем майонез. Следом добавляем яблоко. Далее у нас идет желток. Периодически между слоями смазываем майонезом. И последние два слоя это плавленый сыр и белок.
По желанию салат можно украсить и подавать к столу. Приятного аппетита!